запутался. А все потому, Герман, что не видел программу «Кто в доме хозяин». Не видел. Сходи как Герман к Николаю Цискорице, который был Германом не единожды и не знает при этом никаких проблем. Программа «Кто в доме хозяин»? Николай Цискорица. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам привет из Петербурга. Спасибо. Примите, пожалуйста, с любовью. Ой, спасибо, это хороший подарок. В нем вот... Практически все, что я люблю. Рэйхан. Вот это. Кинза, петрушка. С вашего позволения. Тархуна нет, жалко, сейчас не сезон. Я сбегаю еще. Хорошая. А вот и ваза. Хорошо. Мы вас немножко обрадуем. Я могу вам сказать 100%, что я это все съем. Скажите, пожалуйста, а кем был придуман финал в «Пиковой даме»? Это было в либретто или это воля балетмейстера? Я никогда не мечтал об этой роли. Я... Вообще, мое любимое произведение литературное – это Евгений Онегин. Если я когда-либо хотел что-то исполнить, я хотел исполнить Онегина. И вдруг, значит, возникает такой слух, что в Большой театр должен приехать французский балетмейстер Ролан Пети. Он собирается ставить «Пиковую даму», но он поставил условие, что если он не найдет Германа, то спектакля не будет. И тут я подумал, вот она «Пиковая дама». У Пети было так, что я делал до момента, пока не настала спальня графини. А я все время ходил с повестью Пушкина, я все время ее перечитывал. И когда он мне сказал, вот сейчас вы достаете пистолет, я сказал, нет, я сейчас не достаю пистолет. Он мне говорит, как? Я говорю, вот так. А я ему говорю, вы поймите, говорю, Пушкин православный. В православии наказание не смерть. Смерть – это облегчение. А вот лишение рассудка – это самая высшая степень наказания. Я говорю, или мы будем делать это по Пушкину, говорю, что вы встанете и уедете во Францию. Вы гениальный, вы гениальный балетмейстер, а я-то здесь останусь, и русские-то мне этого не простят. Он психанул и ушел с криками, что нигде не бывает проблем, кроме как с русскими артистами, что только Нуриев и Барышников позволяли с ним ругаться. Кошмар. И вот еще и Цискоридзе его... Появился-то да. Некий-то. Я сказал, я не буду вот так. И на следующий день надо отдать должное. Ассистенты сидели вот так вот, прикрывшись, потому что ему вообще никто не перечит. И вдруг он на следующий день пришел и сказал, что он ночью перечитал повесть, и сказал, что я абсолютно прав. Вы? Да, и он меня поблагодарил за то, что я был настойчив в этом, и поставил, как написано у Александра Сергеевича. И если вообще на самом деле, если смотреть этот спектакль с текстом, да, вы увидите, что все, что касательно моей роли, роли Лизы и роли графини, под каждым движением есть слово Александра Сергеевича. Есть, да. Мы без этого все втроем не работали. Скажите, а как с вами можно разговаривать? Вот. Ну, раз мы дома, да, вас называется «Кто в доме хозяин»? Да. Правильно? Да. Ну, меня зовут Ника дома все. Ника, скажите, это правда, что вы в каком-то крошечном возрасте увидели открытку Большого театра, ткнули пальцем и сказали, я здесь буду работать? Ну, это правда, но это был не крошечный возраст. Мне понравилось «Восемь колонок» Квадрига. На меня это произвело впечатление, и я понял, что я-то буду вот здесь. Мы с интересом узнали, что вы в детстве боялись двух вещей, двух аспектов. Зубного врача и парикмахера.
А было это? Я не любил зубного врача, потому что это машинка страшная, да. Бормашина. Скажите, что могли убежать из кресла зубного врача? Ну нет. И не было такого? Мама бы, терпели, мама бы меня убила. Мама была рядом. Да. Ну за плохое поведение меня бы сильно наказали. Было легче вытерпеть. Hey, aufgepasst, Brüder und Schwestern! Macht die Fenster zu und stoppt Watte in die Türritzen! Jetzt kommt ein Twist! А парикмахерская, потому что мама работала педагогом, и она вообще считала так, что дети – это самые наблюдательные вообще существа, да. Они гораздо больше замечают, нежели взрослые, и три раза в неделю она ходила в парикмахерскую, ну, делала прическу, маникюр, педикюр, это все было просто… А в воскресенье это было по-крупному, по-большому. И меня... Долго, да? Да, когда меня не с кем было оставить, если так бывало, что моя няня просто говорила, дайте мне тоже вздохнуть чуть-чуть, меня приводили в этот салон красоты, и пока мама не проходила весь этот круг, я... Ну, меня быстро стригли, я сидел. Грузинский язык знаете? Да, конечно. Меня мама заставила насильственным образом выучить этот язык. Спокойно, а можете общаться? Ну, да? Я совершенно спокойно разговариваю, просто так как в моей жизни русский язык главный, я на грузинском говорю с акцентом, и всем носителям грузинского языка понятно, даже если я говорю хорошо, да, что я дословно русские фразы перевожу. Так тоже можно сказать на грузинском языке. Там нету таких правил, что вот надо поставить сначала подлежащее, потом сказуемое. Но им понятно, что я перевожу русский текст. Быстро причем же перевожу. Скажите, а были среди родни, там, никого. Музыканты, никого. Танцы, то есть... Единственное, одним из дальних родственников мамы была семья Абуладзе. Мы бывали вот у тети Дали, когда там приходил Тенгиз, а вы представляете, да, как его любили и как его уважали вообще всегда. А приходил еще Параджанов в этот дом очень рядом, часто. Да? Да. К ним так относились, я думаю, так, вот к этим киношным лучше как-то с пиететом больше относиться.